2 месяца. Вот сколько я бегу. Эта тварь преследует меня с тех пор, как я узнал о том, что она такое. Я должен предупредить вас об этой сущности до того, как вы окажетесь под ее чарами. Если вы ее слышите, бегите. Покиньте местность перед тем, как она выберет вас своей следующей целью. Всем хай, с вами Юджин. И сегодня, друзья, мы с вами окунаемся в новую городскую легенду, городскую страшилку. В свое время меня напугало, очень сильно напугало, и даже сказал не напугало, а очень тревожила история Слендермена. Вы все о ней знаете, разумеется. И сейчас перед нами новый миф, новая тварина вырвалась. Точнее, ворвалась, наверное, в умы людей. Siren Head. Сиреноголовый. Не сиренеголовый. Это было бы тогда уже что-то милое. Основано на существе Тревора Хендерсона. Блин, я тоже хочу придумать какое-нибудь крутое существо со своей легендой. Давайте мы все, друзья, я хочу, чтобы вы тоже нарисовали всяких различных существ и написали какую-нибудь легенду. Самые прикольные рисунки я в следующих видосах покажу. Мне просто хочется свои легенды начать создавать. Ну, в смысле, наши легенды, чтобы, в общем, у нас был целый альбом всяких странных существ. Так что давайте, рисуйте. Я знаю, что у нас много художников крутых. В общем, я увидел уже у всех эту игру, но не увидел ее у себя. Почему бы и нам с вами не попробовать? Тем более графика передовая. PlayStation 5 как-никак. Опа! Смотрите, я жму вперед, а он еще 2 шага вперед сам делает. Итак. Ага. Никаких машин, закрыто. Мы приехали на вот этой машине, мы рейнджер какой-то. И в чем суть игры? И почему она так классно выглядит? Это такая фишка, да? Ой, ой. Нет, ну блин, я не знаю. Сирена меня всегда очень, не знаю, тревожила. Я не люблю этот звук. Смотрите! Там что-то было? Ой. И солнце резко начинает садиться. Сказано же было в начале. Если слышите сирену, валите. Что это такое? Рюкзак. Я не могу его взять. Там еще один. Кстати, смена дня и ночи очень прикольно выглядит. Вот знаете, такие игры, такой графикой не понижают ожидания. И больше начинает заставлять твою фантазию работать. Потому что она вот у меня уже работает, смотрите. Это нехорошо. Еще один рюкзак. А, я могу бежать, хорошо. Как будто бы огромные лапы скребли. Так и есть. А зачем я вообще сюда бегу? Какая у меня легенда? Кто я? На самом деле, я-то знаю уже, как выглядит сиреноголовый. Я увидел уже 1000 картинок. Вот, но что-то мне, я не готов с ним сам сталкиваться. Потому что у меня фантазия начинает играть сильно. Погодите, здесь пуст тупик. Кровь. Это кровь чья-то. Что такое? Что за ошметки? Смотрите, все дерево в крови. О, я думал, она будет сзади меня, боже мой. Нет, все нормально. Просто пойдем домой. Мы поняли, что это отстой. Здесь нечего делать. Плохой парк, неинтересно. Блин. Я ждал, что она будет там. Теперь не знаю, где она, и мне страшно. Окей. Ну, это не такой стремак, я мистер Смельчак, между прочим. Смело буду идти вперед. Никого не бояться. Что-то слишком тихо. Даже птиц не слышно. Я же видел стаю птиц. Где они? Чё они не орут? Спать легли. Окей, я пришел к своей машине. Ну все, домой. Хорошая игра, мне понравилась. Домой. Блин, что происходит? Что я должен... Может быть, я что-то должен был сделать? Может быть, надо собирать все эти вот рюкзаки? Но я не понял, как. Я жал. Клацал, чё мог. А, стоп.
Это рюкзак, надо было исследовать, наверное. Может быть, он принадлежит пропавшему туристу. Хакер. Ну, короче, турист пишет. But why... Ну, почему он это бросил? Умираю. То есть надо сначала все исследовать. Царапины. Это вряд ли было сделано животным, которое я знаю. Ну, в смысле, я не знаю такого животного, которое могло бы это сделать. Я так круто перевожу. Так. Кусок футболки. Была борьба. Еще царапины. А, мы можем вот так вот зумить, просто идти. Кажется, царапины ведут сюда. Надеюсь, сейчас он не, знаете, не будет долбить меня в уши прям со всей дури. Наверное, что-то такое будет, да? Что это такое? Я должен получше, поближе посмотреть. Неужели это... Мне нужно вернуться к грузовику, к своему джипу. А! Нет! Да че я ору? Я же знаю, что это ты! Я же ждал тебя! Все. Бегом! 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 Есть! Оно за мной! Но я его лоханул! Оно идет? Оно идет? Ой. Ладно. О, блин. Я не понимаю, оно что, записывает звуки жертв? Это что, это зубы? Это типа рот, да, у него? Эй! Все, я успел? Я убежал? Да? Меня убили? Не может быть. Всякие звуки смешные на радио. А прикиньте, радио Шансон какой-нибудь поймает случайно, или еще что-то. Вот тогда будет смерть. Не в обиду всем, кто любит радио Шансон. Так, окей. Давайте еще раз, давайте попробуем прямо к нему в лапы прийти. Черт. Что-то вот недокручено, на мой взгляд. Не знаю, я не буду притворяться, что это прям супер самое страшное, что я когда-либо видел. Мне кажется, надо было делать более... тайны, не знаю, чтобы больше было тайны в этом персонаже. Его слишком хорошо дают рассмотреть. Слишком быстро дают его ощутить. Не знаю. Нет как-то комментариев особо. Ну, типа, я все понял. Уже эта тема, получается, раскрыта. Я думаю, надо больше, скорее, всяких историй читать, которые в интернете сочиняют. Потому что эта игра как-то немножко портит образ. Вот, да, давайте посмотрим. Так, хоп, здрасте, ты появился. Я к тебе обнимашку иду делать. Ну, что ты сделаешь? Даже ничего не делает. Ты даже ничего не делаешь. Вот, все, давай. Бери меня. Опа, хорошо. Официально заявляю, что что-то слитая фигня это. Не знаю. Плохая игра. Но я решил ее попробовать. Знаете, это такое же разочарование, как с этим. Помните, был Балди? Вот где-то в школе бегаешь. Все что-то тащились от этой игры, но я поиграл в нее, меня она, в общем, взбесила своей отстойностью. И вот эта графика специально убогая. Она даже какую-то фишку не несет себе. Я не знаю. Я не знаю, я не хотел
знаете, специально делать вид, что я вот буду стрематься, о, какая интересная игра, но нет, что-то это какой-то отстой, на мой взгляд. И нельзя так сливать персонажа, нельзя делать настолько все прям видно, очевидно, чтобы это... Должна быть какая-то тайна, загадка, а этого нету здесь в этой игре. Помню, была игра Slender Arrival. Я не помню, какие у нее отзывы были, но мне было немножко жутко в нее играть. Но самое стрёмное было играть, когда только появился Slender. Самое жуткое это было смотреть Marble Hornets. Может быть, знаете, такой был сериал на YouTube. Очень старый, какие-то западные ребята, а в Англии, то ли в Америке. В Америке, по-моему, сделали. Это чисто было посвящено Slender'у, но при этом он всегда был настолько вторичным там в... Он мелькал иногда где-то, и никогда прямого контакта с ним не было. Это было очень неприятно смотреть, ну, понял, жутко. Вот, а... и от этого сам образ персонажа страшного, он становился все более криповым в твоем воображении. И потом были еще игры, они очень были неприятные по музыке, по таинственности, и мне это прям все завораживало. Здесь, конечно же, ничего такого завораживающего нету, просто какие-то... Ну, короче, очень вычурно, по-моему. Как-то так. Извиняюсь перед теми, кому я разрушил своим впечатлением эту игру и этого персонажа, но, по-моему, это так себе, так себе. Хотя, не знаю, может, сейчас, если он станет популярнее, и какая-нибудь другая игра выйдет, более... Такая, знаете, более... атмосферная, то, может быть, он снова... Я всегда готов, понимаете? Я всегда готов, у меня фантазия хорошо работает. Я всегда готов окунуться в страх. Страх Господний. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. И надеюсь, будет больше крутых хорроров. Я хочу в какие-нибудь хорроры еще поиграть. Последний хоррор, который мы с вами закончили. Какой был-то этот, черт подери? Я уже забыл. The Beast Inside, по-моему, был такой хоррор неплохой. А, Sentient. Sentient. Хочется вот, чтобы ее выпустили до конца. Очень крутая игра, очень перспективная. Вот она была полностью таинственная. И это прям... Вот, мне вот нравится, когда недосказанность есть. Здесь все прямо. Короче, ладно, я не буду по кругу идти. Спасибо большое, друзья, что посмотрели. Увидимся в новых видосах. Заходите в описание, там будут ссылки на другие прохождения. Может быть, там найдете прикольные хорроры, которые вы еще не видели в моем исполнении. С вами был Юджин. Всех люблю, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, всем... И...